В агропарке Черкесска состоялась ежегодная весенняя ярмарка. У гостей и жителей республики была возможность приобрести самые разнообразные товары. Довольны ли покупатели и что больше всего из представленной продукции пользовалось у них спросом, на традиционной ярмарке узнавала Альбина Ламкова. Превосходная семеренька, багряная, чемпион. А вы откуда вы приехали? Армавир. Сколько мы килограмм купили? 5. Хорошие яблоки, сорт хороший. И в Черкесске мы за ними становимся в очередь. Даже вот рано-рано утром их ищем. Они около больницы там торгуют. Когда здесь вот их обнаружили, мы с удовольствием покупаем. Ага, дешевле, чем в обычном? Конечно. Все яблоки какие дорогие. Здесь 45 и 50. Саженцы из домашнего сада и деликатесная рыба. На прилавках чего только нет. Можно не только посмотреть и потрогать, но и попробовать. Каждый продавец хочет непременно реализовать свою продукцию. На многочисленных прилавках весенней ярмарки покупателям был представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров от местных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств и оптовых предприятий. Продают и чай, травы, сладости, специи и одежду. На весенней ярмарке пользовались популярностью саженцы. Розочки берем на дачу. Сейчас поедем, посадим. Персик, абрикос, черешня, вишня. То есть все хорошо берут. Представили свою продукцию более 120 товаропроизводителей из Карачаева, Черкесии и соседних регионов. Были из Москвы. Они привезли дальневосточные деликатесы. Паштеты, консервы, икра разных видов, говорит реализатор Елена Ботенько. Это консервы. Усть-Камчатская рыба пользуется спросом. К некоторым прилавкам выстроилась и большая очередь. Больше 200 рублей стоят помидоры на рынке. Огурцы больше 100 рублей на рынке. А здесь 50-60, конечно, дешевле. Продукция представлена по ценам ниже рыночных на 15-20%. Ребята, Россия всегда сможет прокормить. Начиная там, не знаю, там от зерновых, заканчивая переработка сахара, муки и готовой продукции, как у нас его, слава богу, в изобилии. Мы как вот сейчас обходим, и ажиотажа, как видим, нету. Как показывали по телевизору, за мешками сахара, который, в принципе, у нас сегодня торгует на 30% дешевле, чем в магазинах, ну, нету. Был, знаете, применен такой принцип социального ценообразования. Сейчас вот на ярмарке остались люди, которые придерживаются этого принципа. И действительно, мы там не заставляем никого, но у нас производители сами идут навстречу, действительно держат цены ниже, чем в среднем по рынку. Насыщенная концертная программа с участием творческих коллективов Карачаева-Черкесии придала весенней ярмарке особую праздничную атмосферу. Артисты порадовали всех присутствующих своими задорными выступлениями и сделали общее настроение мероприятия еще более позитивным. Альбина Ламкова, Максим Долгов, Вести, Карачаево-Черкесия.